Академия Покера – это лучший YouTube-канал по покерной тематике в Рунете. Много годного и качественного контента как для новичков, так и для прошаренных. Хватит играть с друзьями в дурака по выходным, пора играть во взрослые игры. Подписывайся на Академию Покера, зови подружек играть на раздевание и побеждай! Приветос, амигос, продолжается Дантес. Есть у меня подозрение, что осталось немного. Не знаю, насколько немного, может быть, эта лодочка привезет к последнему боссу. Может, это и не лодочка, ни хрена. Вообще, на лодку это не очень похоже. Если это Стикс, то... А, ну понятно, блядь. Ну. Куда же без летучего говна-то? Летучее говно. О, блядь. О, вообще, вообще классно. Прям вокруг стали и встают. За всю накидывают, блядь. У меня и так здоровье-то было не целое, а сейчас вообще походу... О, что ж там летит-то? Еще летучее говно. Сука, давай дальнобойными айфонами. Давай, айфоны, земля, воздух. Вперед, пизда рулям. Понятно. Можно сдохнуть еще раз 50. Вот почему здесь нельзя спрыгнуть? Но почему здесь нельзя просто сдохнуть, чтобы жизнь восстановить? Ну, какого хрена я вот должен в рукопашную сливаться? Зачем? Обычно у меня к играм множество вопросов. К этой у меня в основном один. Какого хера тут? Ай, ладно. В принципе, нормально. Они айфонами издалека валятся. Святыми. Хорошо еще вот та стайка с левого флангу нападает. Там декоративная, видимо. Косяк декоративных спиц. Попадают сущие дети. Ох, попадают. Что-то это ни конца, ни края. Это пока что этому особо-то и не вижу. Нет, вижу вон он. Видимо, сейчас будет третья, последняя пачка. Давай, выпускай всех мандавох. Айфон заряжен. Хренота. Какая-то. Ну, это изи каточка. Главное айфоны прокачать. Вот кто айфоны не качает, тот летучих нормально-то и не... О, блядь. О, заебись, так бы сразу. Вот это по-братски. А чё ты раньше рукой не махал? Ёпта. Да, это не очень лодочка. Это прям вот совсем не лодочка. Ну, походу, он решил убить этого босса в заставке прям. Что такое, блядь? Гундир? Да. Показалось мне на секунду, что это мой кореш. Ух, блин. Так я еще никогда не ошибался, блядь, сказать говно. Ух, блядь, Жан-Клод ваншот, нахуй, сделал свое дело. Ха-ха, чекпоинт-то хоть дали. Очень странный, но все-таки чекпоинт. Главное запомнить, где углы безопасности. Что он делает? Там вообще никого нет. И здесь, сюда махай. Блять. Ну встать-то может надо давать, нет? Как вы считаете? Пиздец. Полетел. Упс.
Странно, он что-то два раза стукнул и отвернулся. А, вот тут жену мою шпиндохорят, да? Беатриче! Эх, судьба моя, судьбинушка, вздыхает Беатриче. Да ладно, что ты ломаешься, договорились же, говорит Люцифер. Почему Данте кинул меня? По-моему, ей начинает нравиться. Ха-ха, как он ласкает ее. Ласкает ее Чити. Да, там у нее так-то сочные. Есть что погладить, ёпта, помять. Ну давай, Тарзан доморощенный, ёпта. Видимо, сейчас это было только короткое обучение тому, как надо с ним драться. Потому что уж очень быстро закончилось. О, а дверку, будьте любезны, оттопырьте. Блять, пупсики, сука, окружили. Не дали ни отпрыгнуть, ни подпрыгнуть, нихуя. Цветочки жизни, мать твоя. Так, ну мост построился, дверь-то закрыта, алё. Даже не подходите теперь ко мне. А, дверь, видимо, откроется, когда я перебью всю ватагу пупсиков. Бля, я старался попасть под удар, прям специально прыгал, но он что-то промахнулся. Ну, я так понимаю, что если я буду стоять здесь в уголочке, все будет... Это еще что? Опять свинобать, опять. Пошел от меня нахер. Фонарик! Селфи-камер. Ой, блядь. Иди нахуй, жиробас. О, ой, блядь. Делай что-нибудь. Уйди, уйди, мясотряс, блядь. Блядь, где он там бьет-то, ёбаный? Вызывай огонь на себя, вызывай огонь на себя. Все, 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 она прижала меня к своим. А там... Это ваншот. Я, правда, из нее вывалился немножко, я видел. Что-то, видать, не в то горло пошло, блядь. Но все равно это ваншот, пиздец. Пиздец. Так, я так понимаю, что после двух ударов он перестает бить по этой платформе. У него появляются какие-то более важные дела, поэтому нужно бегать. Да, но набор, конечно, из мясотряса, блядь, и двух этих влагалищных демонов, это круто как. Хорошо, айфоны качёные, блядь. Так, опять мясотряс. Нолики-нолики, пёсные чары, мэйдэй, мэйдэй, блядь! Ну отцепляйся, заебал, блядь! Гандон. Всё, понеслась, понеслась, нахуй. Одну хотя бы надо порвать, пока щит работает. Пусть этой маной восстановится. Ни одной блядь. Пиздец, опять она это сделала, блядь. Нолики, нолики, давай, блядь. Нахуй, не сотрясено. Блядь, как же заебало. Дело в том, что на харде от ее вот этих вот
от ее попаданий, ну, просто нихуя не защищает. То есть нолик можешь хоть обкладываться, если она тебя поработила своей залупой, блядь, своей вагиной, нахуй. Это все. Блять, в блевотину встал, ёбаный, блять. Блять, ну пиздец, ну хоть по очереди, блять, ну куда они вместе-то, ёб твою мать, блять. На как... Дамага у него нихуя нет у этой косы, блять. Тут, сука, бьет как по пизде ладонью, блять, нихуя никого убить не может, урод, блять. Сука, на всю игру одно оружие, и то говно ёбаное, блять. Подходи, попробуй, блядь. Пошла нахуй, сын. О, смотрите, нолик, давай, да. О, да, нахуй, блядь, нолик. О, одну убил, да ладно. Хуй як в ответ. Ну не сотряска-то вообще, блядь, я ебу. А как она пробила неуязвимую хуйню эту? Я решила кончиться в самый ответственный момент, да? Отряд готов отъехать. Псов, бич, на iPhone смотри, блядь. Не смотрите на ее сиськи, блядь. Это вредно. Оу. Ну ладно, я понял, тут нахуй без этого бомбуза нихуя никуда. Это, блядь, сомнительно. Ух. Ух, блядь! И... В тот момент, когда он ударил, я напрыгнул на его кулак. Здорово. Охуенно работает. Классно, блядь. Блядь. Пока запись включал, демонстрацию айфона зафейлил. Так, сразу нахуй. Интересно, сквозь непробиваемый щит неуязвимости он все равно шотает или нет? Блять, да я ебал. Ну хоть одну-то ты можешь успеешь убить, блять, нет? Блять, у него какое-то уебищное добивание. Вот теперь правильно. Люблю кликать нолик и больше нихуя не делать. Пизда, блять. Нет! Хорошо, у него нет автонаводки, он в определенный участок долбит раз за разом. Ну так, блять. Я все равно на всякий случай буду отпрыгивать. Блять, косоруки. Уии! Пошел нахер. Так, ульты больше нету. А что дальше будет? А дальше вообще галимая неизвестность. Я думаю, что сейчас будет что-то жестче. У меня уже ультовая импотенция, блять, настала. На, погоди. По мосту успею навернуть. Блядь. Да. Так, тут есть чаша здоровья. Это классо. А чё тут, врагов нету? Есть, мы после боя выпьем.
принципе, чаша здоровья — это херня полная. Если ее не пить во время боя, это вообще не нужно. Перед боем, потому что можно и смертями восстановиться. Бля, ну ты посмотри, а, эти мрази, блядь, просто опять мне пизды дали прилетели. Толчок у них просто читерный. Айфоном в почку обоих. О, блядь. Да ладно, ну ебанулись что ли совсем. Блять, у разработчика нет совести, где вообще ни грамма нет. А, сейчас он ударит, походу, по ним, смотрите. Ну, вот это было по-братски. Ёбаный в рот! А вот это не по-братски. Это вообще, вообще не бро, блядь. Пиздец, это мне в левой части надо тусоваться, значит. Охуенно. А да, а кто бы сказал? Здесь вообще с первого раза-то можно каким-то хоть чудом пройти вот это? Не знаю, блядь, где тебе стоять, например. Пизда-то, да? Смотри, сколько у меня осталось здоровья. Ну, посмотрите, сколько, блядь, вот сколько ударов удерживает это летучее говно. Его вот реально, кроме как айфонами, бля, православные, больше, ну, пиздить нет смысла вообще. И на косу в этой игре, в принципе, блядь, всем насрать. Она нахуй декоративная, походу, блядь. Жалко, что Данте долбоёб и хуярит вниз, блядь, своей ебучей косой. Оп, не попал. А тут успел блок поставить, ты смотри, блядь. Блядь, как они, не знаю, бьют контратаку свою ебаную. Путя. От удара второго меня спасло забивание первого. Нихуя. Так, сейчас будет дискотека века. Пей, выпил, охуенно, красавец. Пошли нахуй. Ой, блядь. Ох, их сдуло там. Давай, давай, ломай, ломай. Блядь, ты чё? Я у него в мудях застрял. О, блядь. Ох, нахуй. Эй. Ах, гандон. Блять, она ваншотит, блять, она ваншотит, тут нахуй все ваншотит, что ли, заебало, блять, уже. Ну пиздец, нахуй. Гайджин, блять, интертеймент, нахер. Снова мы на самом сладком, блять. Блять, лучше бы меня с этой толпой драться оставили, чем за хуйню страдать. Так, вот он их спалил. Сейчас будет удар. Открыл? Нет, не открыл. Он пытается меня выпустить, но нифига у него, походу, не прокатывает.
дальнего. О. А его что, не сваншотило? Видимо, чтобы мне было что из него выбить, полечиться, да? Охуеть. Да пошла ты в жопу, мразь, блядь, со своей хуйней. Все, он опять сюда не бьет. Он опять забил хуй. Блядь, да ну нахуй, этого вообще не убить. Кончилось все так же внезапно, как и началось, блядь. Пиздык сзади просто, блядь, из ебеней прилетела, нахуй эта хуйня, блядь. Через весь экран, в который летает, да? Охуеть. Охуеть. Охуенный момент. Просто, просто пиздатый. Вот просто, просто, блядь, через талант нахуй делали. И не успеваю, смотрите. Не дадут, далее. Нормально он их по горбу тащил. Не успел я, блядь, активировать все. Бессмертие, естественно, то с пизды прилетит. Прилетит еще тут, блядь. А этого хуя даже с ног не сбить. Настолько охуенен, блядь. Захватки лодкой, блядь. Ну где, блядь, где помощь-то, ну? Помощи-то и нету, блядь, вообще. Он вроде огнем там должен был жарить, нет? На, мудак, блядь. Пошел нахуй, гандон. Я же не вижу. Падаю, блядь, не падаю, как поймешь. В каких случаях она контратаковать начинает? Вроде сдохнет. Блядь, не сотрясина. И чего? И хуева орда, блядь, людей. Пошли нахуй, гандоны. Давай, давай, огонь, 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 пошел, пошел. Блять, косой уебан. Уебаный в рот. Огонь сейчас будет. Давай, давай, давай. Никого не поджег, пидармот, блядь, косорылый. Да, блядь, ебаный в рот, нахуй. Уебал по мне, отлично, нахуй. Давай, жаль, нахуй. Нихуя не вижу, куда бежать, чё бежать, блядь. Пошла в жопу, мне сотряска, блядь. По ней попадет когда-нибудь, нет? Ну, скорее нет, блядь, да? Вот когда он по ней попадет, надо будет резко щемиться влево, блядь. Потому что сюда он кулак его прилетит и пизда мне. Давай, блядь.
как попал. Ой. О боже, там дырка. Все. На, блядь, ты чё нахуй? Вы чё, ёбнулись совсем? Опять драться? Это беспредел, блядь, уже. Тоже какая-то ебанина, я вам честно скажу. На суперку чуть-чуть не хватает, блядь. Да, блядь. На толку-то, блядь. Так, ну одного уровня. Блядь. Давай хоть здоровье-то 3 грамма дай. Блять, да в рот его ебать, это твой рога твои, блядь. Фу, нахуй. Сука, я просто как ниндзя там, блядь. Ой, ёб твою мать. Когда ты предал меня с той девушкой, ты сам отдал меня Люциферу. Она поклялась своей душой, что ты будешь верен ей. Ее вера в тебя была такой трогательной, и тут я подумал, это то, что мне нужно. Я буду вечно благодарен тебе, мой друг. А теперь дай моей силе пройти в твою душу. Прими этот союз, и вместе мы войдем в рай. Не делай этого. Ни хрена у нее хавальник рабочий. Целое яблоко заглотило. Понятно, что Люцифер запал. Преданная утратила веру. Невинная стала развращенной. Открыла дорогу всем грехам человеческим. Как и многие до нее. Кто теперь будет отрицать мои права? Бэй. Игра. Мне, правда, жопа целлюлитная, но широчайшие там нормальные. Давай, бодибилдер, поем. Это что, слева статуя с сиськами и с пиписей, что ли? Смотрите, что это за шишка на нее там торчит. Там, где, казалось бы, ничего не должно быть, насколько я помню. А бег у него есть, а то идти долго еще. Bitter tombs were scattered with flame, made to glow all over, hotter than iron need be for any craft, and such dire laments issued forth
has come only from those who are truly wretched, suffering, and forever lost. Какая-то дырка в жопе ада просто. Сам прикол, что я могу развернуться и назад пойти, смотрите. Прикол, и камера приближаться начнет. Ай, бля. Свингфис. Стамп. Ну, свинг. Стомп ногой до сотни. Тук-тук, батя домой пришел, бичи. Ворота Диса. Я как не помню, у меня пятый левел Хольта разблокировался. Странно, что с этим демоном драться не пришлось. Так, все как бы на это намекало, что будет бой. Понятно. А, какой веселый уровень, охуеть просто уже хочется. Блять. У него враги-то здесь будут какие-то или что? Просто миссия про пешехода. Миссия от Невского, блять. Видите, мы играем на качественным демоном и мы ходим. Я думаю, что Александру Невскому этот уровень бы понравился. А, во, надо растоптать этих пидоров. Не очень-то они дохнут. Они проходят сквозь мои ноги. You died. Нет? Ты не пройдешь! Охуенная миссия, блядь. Дали поиграть за здоровяка. Отлично. Просто заебись. Не игра, а, блядь, шедевр. Так, родной, давай подай. Странно, как там бревна торчат, как будто это лестница. Rappel dismount. И чё? Это чё, было обучение какое-то? Какое-то чему-то. Не знаю, что внизу сохранение, оно как-то отличается от остальных. Наверное, это что-то нужное. Казалось бы, но нет. Чё-то вспомнилась прям песня. Еду бабу выручать. Именно когда уже показали этого. Как они с Люцифером собираются что сгарить. Так, вот эта херня убралась. Теперь надо... Блять, ну просто заебись. Ну давай, пробуй. Айфонома! И месим. Так учился, что я должен и убить их успеть, и на лестницу не опоздать. Что, конечно же, полная хуйня, потому что дамага у косы просто нету.
Блять, мне кажется, знаете, всю эту игру надо проходить с крестиками с этими. То есть пытаться дамажить косой, ну, блять, ну, бесполезная хуйня. Не работает это. Нет у косы дамага от слова совсем. Ну, не так уж вроде и сложно. Что-то тут все круги ада в этом плане друг на друга сильно похожи. Взихтел, а? О, нет, блядь, ток нет, говно. Хедшот, ваншот, блядь. Давай, а где чекпоинт-то? О, чекпоинт на костяном кукане, это хорошо, блядь. А чё, я думаю, что ну его нахуй. Сейчас, пара падений. Я даже врезать не буду, я покажу вам. Покажу, почему это играю, блядь, говно, ёбаный. Потому что мне вот этой хуйней приходится заниматься, чтобы мне жизни не дали немножко, блядь. Сейчас, еще 4 раза. Конечно, ничего сложного, но, блядь, бесит и время как бы отнимает. Причем вот здесь, кстати, он сам виснет, гондон такой. Когда надо, не дождешься, что он сам зацепится, а тут, пожалуйста. Сейчас, ну хотя бы половиночку-то хпшечки-то должны дать. О, смотрите, уже дали кусочек. Видите, как здорово, видите, как здорово. Смотрите, сейчас еще кусочек должен дать. Полностью, когда восстанавливают, предлагают еще и сложность поменять. О, вот это приемлемый уровень здоровья. Поехали. Вот теперь можно поиграть в эту замечательную игру. Блин, ну Wastrel Games, конечно, блядь, вообще. Никогда бы не подумал, что они могут сделать, ну какое говно. Впрочем, студия закрылась, так что они смогли. Попадет же, сука! Куда надо-то? А-а-а, вот он. Куконец-то костяной. Ну давай ты, ёб твою мать! Ну то, что я тут вешу, блять, это, ну... Это еще что за свет Иисуса, блядь, тут считается ядерной бомбой. Откуда столько дамага-то, блядь, влетело. Дневной свет просто порвал тут. О, блядь, опять ты. Ересь. Круг ереси. Еретики, блядь, сейчас. Here you will find the heretics and followers of every cult and pagan sect. Здесь ты найдешь еретиков и последователей культов и сект. Вместе они горят в инфернальном огне, блядь. Ну и удачи, ёпта. Не хочу, честно, выслушать его диалоги, ну, потому что регулярно я плохо понимаю, что он говорит своим библейским языком, блядь. А отдельно переводить и озвучивать — это время, которое не хочу тратить на это. А, блядь, этого не стоит просто. Пиздец, блядь. Айфоном же я его, ну. Вергилий, помоги, ебут же! Бля, выпердыш ебаный, макаки, блядь. Ну, айфоны зарешали, естественно, блядь. Не коса. Дело не в том, что айфоны как-то прокачаны супер-супер, просто коса говно. Что там такое? О, понятно. Собственно, так. Холи левел.
Так, 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 так. Это что, говно? Level 3. Брутус. Третий релик могу поставить, да? Как я правильно понимаю? Обходи ты нахуй. Да. Данте абсорб крепмешен amount of damage. Или вот это говно. Давайте вот это говно. Вот то говно или то говно. Ох, блять! Прокачался. Бать, бать, ты качок нахуй накачал. Ух. Третий реликт, блять. Абсорбировал. Весь дамаг назад ему улетел просто. Видели, да? Видели? Видели эту хуйню? Да. О, кто-то, блядь. Кто-то нахуй. Так, давай еще раз. Сейчас будет быстрее. Вот так вот. Оп, оп, оп. Ха. Не знаю, что то хуйня, что это. Артефакты говно. Да-да-да-да-да. Эта камера, знаете, зачем она покажет? Чтобы я не успел подготовить удар, блядь. О! О! Нихуя его зафутболил. Там тебе место, пидорас. А назад рычажок не повернуть, да? А, можно, смотрите. Чики-брики в дамке. Ну там еще раз. Пошли вы нахуй, я считаю. Бля, а что за хуйня? Я, блядь, вообще понимаю, это нигде находится, блядь, вообще. Я ебал эту камеру, серьезно, блядь. Ну просто заебала она до блевотины, блядь. Дерьмо кусок. Вот смотрите на этот бред, что происходит. Один попался, двое осталось. Призрак Бориса, хуй попадешь, преследует меня. Вон он где. Не успел, конечно, блядь. Пиздец, хуйня полная, блядь. Это же надо такую хуйню придумать. Поставить такую камеру, что просто непонятно, спереди они, сзади, где. Опа-опа. Блять, это моя фишка, я так должен делать. Сука. Блять, ну не быстро учатся, пидорасы. Да, сосай. Ух, нахуй. Блять, гандонище. Думал, сейчас его тоже в костер кину, нихуя. Не захватит же, блядь. А еще он не отлетает, блядь. Я же его подвез к огню, сейчас сидел, да. Absolve you! Как там? Невозбранимый отец.
прощает грехи твои блядские. Непоколебимый, непогрешимый. Это дебильное у него звание. Блядь. А чё он? Это же другое дело, бля. Теперь там с этой прокачкой. Лучше убить на изи. Видишь, там опять кто-то трогает, бля, чё-то нахуй. Тут звук какой-то был непонятный. Ой, бедная кнопка 0 в этой игре. Это ж просто, бля, вот её при каждом случае заставляют теребонить. Блять, опять ты, сука, специально? Незадолго после моей собственной смерти я увидел великого, спустившегося и взявшего отсюда группу из древних оттенков. Первых родителей, их сыновей Авеля, Ноя, Абрахама и многих других. Глубокая грязная долина тряслась со всех сторон, и мне показалось, весь мир ощутил любовь. Лав это главное, да. Ты, блядь, не Вергилий, ты Медведев, нахуй. Так, так, так. О, правильные алтари. О, давненько что-то мы не видели. Грешников. Император Фредерик II, блядь. Римский император, вечно жаждущий войны. Его душа тусуется на этом круге за бесконечные войны с папой и его церковью. Ха, блядь. В любом случае, игра построена так, что никакого морального выбора тебе делать не надо. Тебе надо прокачивать iPhone. Поэтому мечем икру, мечем. Вот нормальный разработчик сделал бы, чтобы вот эта хуйня стиком управлялась. Лучше двумя, там, не знаю. Ебанусь, сколько они там наваливают. 160. Говно, говно сраное. В принципе, у меня очей-то все равно нету на прокачку. 6000 надо, чтобы святую бронь качнуть. Так, не нужны ядреные бои. О, а это что такое? О, Адрикс. Блять. Сука, у него Nokia. Спасайте, кто может. Ай, блять. Я твою старую жопу сейчас, блядь, на куканью, реально. Блядь. Сука, это Sony Xperia. Sony Xperia заборола. Забороло айфуни. Ну, блядь, ну почему такие ёбищные сохранения? Ну заебало, блядь, ты пиздец, нахуй, уёбище, блядь, голимое. Блядь, ну просто обезьяна, блядь, лесная, нахуй, расставляла, блядь. Ну просто долбоёбы, блядь, ёбаные. Я сейчас этой старичелли просто разорву от чела, блядь. Потому что меня снова заставил играть в это ублюдочное говно с этими икринками, блядь. Мне похуй, кто ты, блядь, сюда. И пошло ебстание, блядь. Удалочек зажали, блядь, и... Бля, пиздец, пиздец, нахуй. Палочка, блядь, выручалочка, нахуй. О, а это что такое?
палочку-вручалочку он мне тут к моему, к моей жопе не поднес. Он-то хватается, то нет, блядь. Хваталка, интересно, много дамаг вообще наносит? Фу, блядь. Это потные враги. А опыта за них дают, наверное, как за бомжей обычно. Блядь. Ну ёб твою мать. Сейф. Чуть давненько всякие артефакты падать перестали, конечно. Ой, монетка Иуды, наверное, опять. О, странно, здоровье почему-то из этого паря вывалил. Я думал, что из этого магия выпадет, но нет, это выпадет говно. Ну, в общем, серии конец, да смотря кто молодец. Это не Лока, а пиздец. Ничего хорошего, блин. В очередной раз ничего хорошего сказать не могу. Все, в общем, что я жми, пишите про Жанни Сету, я надеюсь, что конец не за горами. У меня нервов надолго не хватит, блядь.